Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, данное видео у нас также будет продолжение битвы за архипелаг. Не знаю, друзья, надоело ли вам или нет. Мне, честно говоря, нет. Интересные города. Тренируемся. Ну что, друзья, давайте мы вернемся на острова и посмотрим, какие города я уже прошел. Ну и поговорим. Погнали. Та-дам! И мы что? А мы уже в пещере. Эти города, друзья, давайте мы посмотрим. У нас основа была вот эти три города. Мы посмотрим сегодня вот эти два. Ну, я не знаю, друзья, давайте я запишу этот видеоролик, я его выложу. Ну, а вы напишите, когда же все-таки будет видео, где все подарки. Я хочу склеить, я не знаю, либо записывать своим голосом, либо просто под музычку по открытию подарки. Давайте в комментарии напишите, какое видео вы хотите посмотреть. Но оно, скорее всего, будет завтра. Про сундуки все. Ну, давайте обсудим это. Так, журнал. Мы сегодня проведем, вернее, посмотрим две атаки. И один бой я попробую сделать в онлайне автоматически. Посмотрим, как она у нас получится. Так, ну что, давайте посмотрим. Парабеллум. 40 пиратов, 10 слонов, 6 метеоров, пушкарик и крылатая. Погнали. Обратите внимание, я сделал здесь два удара, чтобы разбить пушку. А остальные удары я ударил сюда. Пушка это как раз будет мешать. Есть вариант пиратов как-то так запустить, чтобы ее уничтожить с первого раза. Но обратите внимание, я сначала запустил всех пиратов. И потом сразу всех слонов. Пушкаря я тоже запустил. Здесь слоник пошел, туда кучка пошла. Но обратите внимание, что не всегда можно делать так. Потому что я первый бой провел, я уничтожил ее сразу этими птицами. Мучился, пытался, чтобы ее уничтожить. Друзья, это не всегда нужно. Пираты, обратите внимание, раз, два, три, и все, дошли до этого и уничтожили. Здесь также, друзья, я все пытался зайти в середину, но мне никак не получалось. Я так долго мучился. Вот смотрите, они пошли по бокам, это даже очень хорошо. И с этой стороны. Знаете, как они чудненько зачищают. А пираты зашли в середину. Ну, а там постепенно зачищают. Давайте посмотрим, что пираты в середине тут делают. Пушкарь здесь. В этом бою почти даже все герои выживут. Смотрите, вот крылатая тоже пошла. И пушкарики помчались. Ну, мы сегодня будем тестировать несколько атак. Посмотрим, если получится пиратами пройти с первого раза, ну, значит будет хорошо. Потому что не забывайте, в пещере там нужно будет сразу переигрывать. Если вы не успеете этого сделать, значит две звездочки ваши засчитают. Ну, так что так вот, друзья, бой шикарный, мне понравился. Уничтожен полностью этот город. Город очень мне понравился. Ну, где-то так, 40 пиратов. Ну, я уже не стал экономить. Можно было бы там, может, кто-то скажет меньше, кто-то больше. Я не знаю. Ну, давайте посмотрим еще раз. Здесь также я использовал 10 слонов, 40 пиратов, 6 метеоров, пушкарь и ветрокрылая. Ну, тут, друзья, 90 золотых дублонов. Это последний был у меня город, чтобы я мог открыть один слот и один слот на воинов. Вот смотрите, здесь я в основном уничтожил, и вот еще сюда, потому что тут декоры. И вот смотрите, как я все красиво сделал здесь. Запускаете слонов по периметру, вот они здесь, именно по этому периметру. А вот сюда запускаете всех пушкариков, вернее пиратов. И смотрите, давайте мы посмотрим, как они тут будут уничтожать все. Пошли, пошли, птицы, красиво пошли. Так, зиккурат, минарет. Так, пирамида, одна башня.
А вот не успел я немножко этого ранить. Но, друзья, здесь идет полная зачистка. Обратите внимание, что пираты чудно пошли зачищать сразу эту сторону. И пошли зачищать эту сторону. Бой вообще шикарный. Ну и вот я решил запустить ветрокрылую с этой стороны. Давайте посмотрим, что тут будет происходить у нас. Ну вот, пираты чудно заходят в середину. Крылатая здесь. Пушкарик сзади, как это и должно быть. Ну и все, и они зачищают середину. Отлично. Ну тут что остались? Шпили в основном и башенка. Вон зиккурат один, башенка смерти. Это ерунда для пушкаря. Ну, пару башен горгулей. Здесь и так понятно, что этот бой будет у нас стопроцентный. И вот эти бои, друзья, я проходил с первого раза. Как ни странно. Я посмотрел, не знаю, обычно вот те, там где забор еще 17-й, 18-й, как-то сложнее. А вот на 19-х с пушкарями и слонами очень эффективно. Не знаю, в этот раз мне почему-то слоны очень больше понравились. Так что будем тестировать слонов у меня на основе. Ну, а кого использовать, вы обязательно напишите комментарий к слонам. Либо ифритов, либо магов. Ну, а тут смотрите, чудненько. Ну да, эти пушкари, вернее пираты, они запускают этих своих попугаев, или кто там у них. Так они так чудненько разбивают весь центр. Отлично. Ну что, тут у нас стопроцентный бой, друзья. Давайте посмотрим, что у нас в пирамиде. Вот этот город, друзья, мучитесь, не мучитесь, надо его по-любому брать, чтобы вы могли открыть все слоты. Мне подписчик спрашивал, открывал ли я все слоты. Да, друзья, я их постоянно открываю, но, кажется, в прошлых видеороликах, в последнем в архипелаге, я, наверное, кажется, вот героя я не открыл. Не помню, надо будет пересмотреть видео. Да, друзья, вот смотрите, все слоты у меня открыты. Это у меня будет первый бой. Мы его проведем сейчас сразу вместе с вами. Попробуем, по крайней мере. Если нет, ну ладно, что делать, если в онлайне всегда не получается. Ну давайте посмотрим, что мы можем тут придумать. Здесь у меня находится 3 слота пиратов. Ну и 2 слота слонов. Если будет что-то не получаться, значит можно будет один слот заменить на еще один слонами. Ну а тут в принципе нормально. У меня тут ровно 45 бочек. Ну и по героям у нас ветрокрылая, пушкарь. И этот герой, забыл как его, повелитель холода, да? Не, не повелитель холода. Ладно, это сейчас не важно. Короче, 3 героя. Но можно было бы заменить, да, на повелителя холода. Он был, конечно, более-менее неэффективный. Так, скорее всего, я буду разбивать вот так. Направим сначала, чтобы... Давайте я приближу. Главное, зацепить 2 пушки. Не получается. Ну, ладно. Давайте тогда сделаем так. Раз, два. Как можно подальше взять, что тут еще. Так, раз, два. Ну и не знаю. Ну, давайте еще вот так сделаем. Так, ну что, здесь, наверное, будет, скорее всего, все по центру запускать, без заморочек. Попробуем. Но я еще раз повторюсь, друзья, здесь надо уловить момент, чтобы вы, если что, смогли перезагрузить еще раз начало ее, чтобы переиграть. Слонов мы запускаем через Shift, без таких напрягов. Пирамиду мы уничтожили, смотрите, сразу с первого удара этими. Ну и теперь нужно смотреть, где кому на помощь нам спешить. Ветрокрылую лучше всегда придерживайте. Давайте посмотрим. Но я говорю, что здесь нужно смотреть. Если не получится, надо будет переигрывать. Но нам нужен стопроцентный бой. Потому что лучше 3 звездочки для братства, да? Так, ну я думаю, можно запускать ветрокрылую сюда. Пусть она постепенно будет зачищать там. Но говорю, что, друзья, здесь на 19 городах так мне вот нравятся атаки. Чудненько. Смотрите, как они в середину заходят. Каждый герой на своем месте. И пробивает его полностью. Смотрите как. Без проблем. Чудненько, да?
45 бочек. Можно было бы, конечно, тут немножко сэкономить, но у меня оставалось 45. Я думаю, что их буду держать. Ну а остальные бои уже, еще там, не знаю, сколько, 2 дня у нас осталось, я буду дорабатывать уже с мелким количеством воинов, и чтобы больше сделать боев. Ну, где-то 3 боя, постараться. Ну, в принципе, вот этот слот один, ну, может быть, он был бы лишний. Сюда можно было бы установить одного слона, и вполне нормально проканала бы атака. Даже, может быть, еще и лучше. Но задача была... Давайте мы его сразу в чат поставим. Так, пусть парни посмотрят. И, ну, заклинание очень эффективно. Ну что, давайте посмотрим, что у нас есть еще здесь. Какой город? Уже здесь у меня закончились бочки. Ну, а в этом городе, ну, вот здесь уже немножко посложнее. Да, здесь немножко посложнее. Ну, я не знаю, я бы, наверное, попробовал бы такой армии. В принципе, нормально. Здесь всегда обращайте внимание, как он устроен, этот город. Видите, они как бы все вместе. Бывает, когда расширенные, а бывает, когда не все вместе. Ну, я не знаю, честно говоря, сколько тут слоев забора. Раз, два, три. Смотрите. Что-то 4, 5, что ли, непонятно. Но здесь нужно обращать внимание, где находятся башни смерти, потому что их и трудно птицы уничтожает. Я бы, наверное, знаете, как сделал? Я бы, наверное, нанял бы также вот стандарта. Даже вот так. Так, здесь нужно побольше пушкарей. Вот как в том городе. Я бы также сделал бы все то же самое. Нанял бы также метеоры. Я бы ударил бы вот здесь. Чисто вот тут ударил бы метеорами, по возможности зацепить пирамиду. И потом вот этих всех 60 пушкарей, пиратов этих, запустил бы вот здесь. И птица бы здесь в середину, я думаю, можно достать до пирамиды птицами. Но метеорами надо сделать так, чтобы вот, например, вот эти 2 пушки можно уничтожить. Они будут тоже мешать. Либо здесь. Ну, не знаю, друзья, записывать ли мне видеоролик завтра. Хотя вы лучше завтра посмотрите все сундуки. Ну а обязательно в комментарии напишите, какое видео вы хотите услышать. Хотите мой голос услышать или просто открытие сундуков с музоном? Все. Я не знаю, я еще не решил. Может быть, я сам сделаю, как я хочу, как мне удобно. Ну что, друзья, всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока!